Первую продукцию выпустил Аксузский сахарный завод после модернизации производства. В его восстановление было вложено 10 миллиардов тенге. Стоит отметить, что построен он был более полувека назад и простаивал почти 10 лет. Сейчас предприятие обновлено на 80% и представляет собой современное производство, основанное на цифровых технологиях. В этом году здесь планируется перерабатывать 160 тысяч тонн сладкого корня. О перспективах развития свекловодства в регионе расскажет наш корреспондент Гульнара Жантасова. Три тысячи тонн сахарной свеклы в сутки теперь может переработать Аксузский сахарный завод в Алматинской области. Реконструкция предприятия длилась год. По словам инвесторов, пришлось практически полностью заменить старое оборудование, установить новые камерные пресс-фильтры, модернизированные вакуумные аппараты для кристаллизации сахара, продуктовый цех с европейским компьютеризированным оборудованием. Сейчас контроль над всеми технологическими процессами осуществляет центральный пункт управления. На предприятии работает 550 человек. На следующий год мы планируем примерно где-то на 15-20% повышение зарплаты для сотрудников Аксузского сахарного завода. Еще из новинок производства – роботизированная фасовка, позволяющая сократить тяжелый ручной труд. Впереди еще один этап модернизации. Это увеличит мощность предприятия более чем в два раза. Сейчас с конвейера уже сошло больше 20 тонн сахара. Но это только начало. В нынешнем сезоне на Аксузском сахарном заводе планируется произвести более 15 тысяч тонн сладкого песка. Еще мы можем, этот завод, можно еще чуть-чуть кое-что добавить и в межсезонье работать на сахарном тростнике. И он будет круглый год. Но самое главное, то, что мы вложили сюда деньги, оборудование поставили. Здесь этот регион нажил. На Кагатном поле завода уже собрано 80 тысяч тонн сладких корнеплодов. Однако на полях области еще полным ходом идет уборка сахарной свеклы. Сюда дополнительно завезут 70 тысяч тонн. После второго этапа модернизации максимальная мощность Аксузского сахарного завода достигнет 350 тысяч тонн. В связи с этим уже в следующем году посевы сладкого корня вырастут с 11 до 14 тысяч гектаров. В целом же по области сейчас работает два завода. Общий объем выпуска сахара от урожая нынешнего года составит более 42 тысяч тонн. Гульнар Жантасова, Ожас Бойбусынов, Хабар 24, Алматинская область.